Это твой твинк? Нет, это не твинк. Влад тут? Влад тут? Алло. Алло. Алло, алло, алло. Здравствуйте. Влад. 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 Алло. Подхиль. Влад тут, алло. Алло. Да, нет его, по-моему. Алло. Кидай, грудак. Кинул обмен. Грудак. Тебя... Ну, зачем? Ну, кинешь, блядь, голду за 3 кристалла пропасти, нахуй. Все, изучаю. Чарнулась? Не-а. Я убрал нахуй. Че, на приколе что ли? А, все, все, понял, теперь. Все, сейчас 3 кристалла пропусти, все нахуй на почту. Даже как почта, но это... Алло. Понятно, не надо нам таких. Не, ну очевидно, что это же нормально. Мы же были не на 18-м месте, не на 17-м каком-то, на 16-м. Там ахиллы и танки находятся. Не, ну в смысле, подожди, давай так. Ну, там до 16-го места, там где-то хилы танки. То есть мы не самые последние, понял? Три танка есть у нас, да? А, кого нам поэтому сейчас, как, да, поэтому сейчас качаю ДК. Хуже нас там Мус, 190 маг, и Хант вот этот там, Илья, который тоже голый. Потом вышли. Я извиняюсь, сегодня не так сильно подготовлен, всего 10 припотов есть. Потому что денег вот вообще нет. Если так. Что, хочешь на экспорт ходить? Мазука. Пугов не добираешь еще? Пока нет. Сейчас я 10 минут подожду, не будет, буду пугов добирать. Блядь, где вот этот ёбаный, сука, хило? Это, Шумский, а там сегодня будет твой протопал? Не знаю, он субботу жене уделяет, поэтому я не знаю, будет он или нет. Понятно. Ладно, короче, чё мы там закрыли вчера? Кто не успел, тот опоздал. Мало. Подожди, а уже набрано 25 человек? Нет. Сейчас будем пугов набирать. Понял.
Так, что да, нам нужно? Ассист, нам нужен один танк с радоспеком, да? Ну, ты сказал, у нас танка. Три танка. А нам четыре, чтобы... Зачем нам, четыре танка? Коней. Ну, коней, я думаю, латник какой-то один нормальный потанчит с хилом. Типа там... Ладно, вас... Надо просто, чтобы косты сбивали, да и все. Ты тихо-тихо, там, ладно, вас потанчит у нас, он все умеет. Зултан куда-то выходил с рейда или что, или кикнули его? Не одетый? Он нормально. Плюсик пишет. Я не знаю. Ты мне ассиста дай по цели. Я ему дал пати, он что-то... Слышишь? Че? Ассиста дай. Слышь. Сейчас тоже сейчас буду... дам. Я могу тебе рэва дать, не пап. Не, у меня КД другое. Я с чата это подобираю. Это больше что говорит? Это Void говорит. Не надо мне сейчас, я сам сейчас доберусь именно Void. А, ну добирай. Так, я лечу на салон. Еще одно, но двух человек надо. Сейчас, если что-то 7 минут ждем, никого не будет, то и все. Будем с этого набирать. Я здесь. Мне интересно, где хил, сука, проебал. Хил, где ты есть? А, ты про да. Друида, про этого, который был хил или когда? Да, да. Моти-моти, рога. Да, только что зашел. Так, нам нужен Дестролок. Дестролок. Ретрик. И маг. Блять, ты вчера просился какой-то лок. Нет его. Который? Какой? Хел какой-то хуй. Хуй знает. Нет его, нет. Динатрий вчера был с нами, Шумский? Да. Че он по ДПС давал? Да, это, ну, он топовый ФДК. Хороший? Да, это мой ФДК, да. Это вместе. Что-то вышел он. Делок, маг. Так, шипы есть, сова есть, маг. Маг. А. Так. Какие-то звуки. А, есть кто из РЛ или с руководителя? Что ты хочешь? Да я спросить, типа раньше в заметке для офицеров было показано, сколько у нас ЕПГ. Ну. ЕПГП. Ну ничего. Да, да. А сейчас типа убрали это. Или но это у меня? Не знаю, у меня стоит все. У тебя звание выше, там поменяли. Напишите Войду, он поменяет вам звание. А, вы дай звание. Просто смотреть, чтобы, да, сколько у меня потом... А, все, теперь появилось, ладно. Просто мне сказали вот этого 20 ЕП. И типа... А видите, Троллд. Троллд. Кто такой Троллд? Троллд. Сколько бы раз я не подлетал к Наксрамосу, тут везде всегда тусуется Сибирская империя. А цем-то? Понятно, комбо трога.
Так, а подожди, у нас роги оба мутики, что ли? Да. Да, оба мутики. И... У нас что, нет ни у кого комбат роги или там? Только не у мутики хороший ДПС, зачем комбат? Комбат или комбат еще не актуален, согласен. Так, арпал. Все, короче, и арпал еще. А, о господи. Виталик. Чуть не ударил, случайно. Дюрикс, тут Славик? Да. Также подключишь, когда в игру зайдешь в стрим. Угу. Два человека только еще не пришли. Переходим. Так, господа хорошие, пиздотика все нахуй в Доларан. Будем вас смотреть. Что же вы там сделали-то со своими персонажами? Я почти докачался, почтение чуть-чуть. Что, всем надо? Всем надо. Всем. Потом я то есть с Рулданом уже на Ксе сижу. Ну, хорошо. Ты знаешь, как сделать? Давайте в Накс, давайте. Да, в Накс. Накс, давайте, давайте в Накс. Че, да, заходите уже, да? Да, в Долоране просто слои разные. Зулдан, зайди в Накс. Ребятки, также слушаем сюда сейчас внимательно. Все покупаем ебаные фласки. По три штуки хотя бы. Ну, у меня сейчас одна. Все не, не хватает, да. Вот пиздуйте в Долоран и покупайте. Если у кого-то нету сокетов, чарок, просите, блять, у вас еще есть 20 минут. Просите, я вам дам. Блять, Войд он вам голды даст, я не знаю. Пускай дает, как хочет. Войд, дай голды. Или он не смеет. Принимайте, пожалуйста, сразу сумон, чтобы я не сумонил по три раза каждого. Сейчас дам голды. Кому так. Голды дать? Подожди, нет. Вот, никому не надо давать. Сейчас мы посмотрим, что у них там есть, что у них там нет. Все, ищу Дастрелок и Мага, и все, и идем. Так куда вы сумоните, в Накс? Да. В Накс, пиздуй. Сейчас накажу через 20 секунд. Так, по хилам у нас Атедиус, Холипау, я, Авердос и Шаман, Ханкуль. Ханкуль. Бодя, Бодь, меня пока не сумонь, сейчас я 10 сек еще баночку куплю себе. Дала хорошая. И мне купи, мне возьми, я тебе потом отдам. Окей. А Броров, Броров это что же хапал? Броров нам не нужен, Холипау. А, нет, это Ретрик. Я почему в пятой пати? Потому что он будет нам давать 1% хосты. Не, чуваки, еще раз прошу, когда кидаю сум, сразу принимайте. Да он все равно остается, у тебя весь сеть, там иконка над тобой, ты можешь его принять в любой момент. Чтоб я миллион раз не сумел. А, Войда сумоню. Умно. У меня другое есть. Другое когда? У кого? У Войда. А, у Войда. Я в курсе, в курсе. Thunder всегда был дрянее. Ох, блядь. Суманите там тяка, да? Тут? Да, да, я тут, да. Тут. Ой, или я напишу мне что-нибудь в личку. Все, я здесь, пацан. Сейчас. Скорейна нету, и этого нету. Да, где ты? И Данжмастера. И Данжмастера, да? А что, Лёша не будет? Лёша не будет сегодня. И Хилла, друг. Лимхазера.
Че у тебя, блядь, с сокетами? Ты че, гонишь, что ли? Проф, сварин, кони. Написал. Микс. Да, уже, бля. Скоуфилд, Скоуфилд. Цел у нас, значит. ШП. Скоуфилд, у тебя тоже проф нету, да? Есть. А какие у тебя? Нивелирка, портняга на фул. И энчант не хватает на спойлер. А почему у тебя нету на СПД сокетов с ювелирки? Как нет? Посмотри. Кстати, пойдет. Пукич. Ебать, да вы что, гоните, что ли? Так, понятно, Собянин. Ебать, урод. Смотрите. Юрокс хорош. Вообще нахуй сокетов нет. Понятно, понятно. Так, Зултан. Угу. Тоже нахуй сокетов нету, а чарка... У него одна чарка на груди и все. Две уже. Две. И грудь я поменял, но все равно. Бахил урод. Кто там вниз? Атедис. Атедис, хива, спешайся. Не надо лифт, Сумон. Две секунды. Да там он долго сканил. Там до хера этих лафов. Покич и Лютхаймер, идите сюда ко мне. Собянин, пизды тоже сюда. Иди сюда, да идите сюда, Люк. Пиздуйте в Доваран, покупайте соки. Я последний раз трачу на вас колду, если честно. Мне это нахуй надо. Войт, будешь отдавать. Бери, пиздуй, покупай. Такая же хуйня. Где следующий? Этот. Танк, блядь, Собянин, иди сюда. Собянин, где ты есть? Зудан. Да. Ты, надеюсь, не скажешь мне идти тебе покупать сокеты, типа, в 200-й синий шмот. В 200-й синий шмот. Так, нахера? Ладно, так скажем. 200-й синий шлем? Блять. Слав, дай, пожалуйста, блядь, 2к голды и Собянину. ЛС читает, Зулдан? А, да, прошу прощения. Ты в Дисе, Собянин, в гильчат ответь. Да, он вон в Дисе. На что тебе? Да, ему 2к голды. На сокет ему с чатком.
на сокеты с чарками. 30 выносливости камни, да? Да. Открой у себя окно персонажа, валюта. Открыл? Сколько там очков доблести? Все откройте заодно тоже, у кого камней нет. Вот иди три камня и покупай. 30 выносливости каждый камень. Ювелиры в рейде есть, 30 выносливости рецепт. Сделают камень. То же самое, остальные без камней. Всех цветов камни продаются. Рецепт. Нужно просто купить золото, камень и все. Тогда как хуй ты не купил, блядь, я пришел-то, а? Ты ЛС видишь? Голдан. Если голды не. Нету, можно золото. Я просто я писал. Рецепт есть у пана, он в ледяной короне, напиши ему в ПМ. Он делал мне камни. Я 70. На что? Какие камни? На 30 выносливости он делал. У меня есть на шумском. Вот, у этого шумского есть, если что, он у рейди. Шумский может вас и зачарить сразу. Слав, ищи, блядь, Вока, даст ли ты мага. Ну ты мне ассист дай. Дал. Сейчас приду. Давайте, идите, это, готовьтесь, и сейчас 10 минут и пошли. А меня кто-то будет осматривать? А что, всякое говно зря пихал? Никто тебя даже не пихал. Сейчас проктолог придет. Ну типа лол. Мне сказали, типа, раз тянешь воду, хоть что-то вставить. Я подобрал более-менее нормальный камуш. А меня даже не осматривают. Динатрий, ты тут? Сейчас, Рафаэль, ты тут? Сейчас он вернется, он написал, это идет на 5 минут. А ты шумский не знаешь? Вот тот вар тогда, блять, он, по-моему, какой? Знаешь, что? Какой ник, да, хотя бы немножечко вспомни. Он ливнул. Короче, арсы. Ты не помнишь? Они же ставят на этом контенте силу, по-моему, в тупую. То есть РП... Да. Нет, так а нету смысла сейчас РП ставить вообще. Да, вот, по-моему, силу они ставят. Сейчас в силу все бустятся просто, и все. А РП нету смысла сейчас ставить, они никак не соберут кап в 1400. Куда Собянин свалил? Релогается? Да, кстати, Пукич, мне сказали, что сейчас, если ты не добираешь кап 1400, ну, 1000 на пассивке, то нет смысла собирать РП. Да нету смысла сейчас РП собирать, ребят. Типа, сила ваша. Только только сумму плюсуйте. Диси, кстати, не видел этого Собянина. Вроде вышел с Диса. Ладно. Я не знаю, ребята, если вы, ну, думаете, 6 интеллекта камни это нормальные, то, ну, вы ошибаетесь. Когда в 25-ку собираетесь, сразу смотрите ОД свое. Не надо как попало тратить ОД. Ну, берете... Ну ладно, ты заебал, писать, что ты там пишешь-то, плюсы? Ты и так пройдешь. Чё он плюсует? Не знаю. Я вот в первый раз в 25-ку пошел, смотрю, 7 дырок у меня на пушке. Я взял 7 камней, 700 ОД потратил. За день 500-600 ОД с 11 этих РЛК приобретал. Так нужно только ОД на камни? Или еще что-то нужно? Ну тогда. ОД ты берешь камень за 100 ОД, одну штуку. И сколько штук тебе нужно берешь, и к ювелиру подходишь, отдаешь ему в обмен. Он тебе делает камни. А кто такая креветочка? Он ничего больше не тратит, кроме твоих ОД. Да, на ничего это. Не тратит. Он только камень превращает в камень, который ты можешь вставить.
никто не заметил, Собянин ничего не писал. Даже если нет. Кто его взял, интересно? Шумский, не ты взял, Гей? Нет, нет, нет. Может, Честер? Вот это вот самое, когда люди хуй знают. Альманах, что там? А змеи где? Змей, ты куда съебался? А ты ему дал 2к, и он исчез, да? Ты чё, я, блядь, больной, что ли, вам 2к давал? Ну, так что-то говорил про 2к. Это я давал это Пукичу и Липхаммеру. Ну, Пукич, ага, понял. Хаммер, они хоть в Дисе общаются, ну, как-то еще более-менее можно быть в них уверенными. А Собянин ни слова не сказал, блядь, я его вижу первый раз. 350 ОД, блядь. Чё ты тут делал? Сейчас 6 минут не заходит и кикай нахуй. Че-то поставил тебе камни этот, Егор? Динатрий может рельефный багровый рубин делать на 20 сил атаки. Я могу тебе сделать. Не силу атаки, красный? А на силу. Да, да, на силу. Купи реги, я тебе сделаю. У вас УД, я думаю, должно быть, ребята. Пукич, да, у нас, да, да, да. Вот прям всегда помните камни, это вы берете. Хотя Пукича не знаю. Потому что голду... О, вот Атедиус красавчик, блядь. 5 минут назад смотрел, то что не было у него нихуя. Сейчас хуяк, все сокеты стоят. Молодец. Потому что Шумский богач. Шумский богач. Тут люди сидят с полмиллионами голды, блядь. Ого, ничего себе. Ого. Это можешь указать на них? Я пойду к ним домой, оборую чуть-чуть. Пароль от аккаунта спиздишь, да? Да, да, да. Тагариус с вами вчера был, да? Да, с нами. Нам протопал нужен обязательно. Да нахуй этот протопал, и без него, блядь, обойтись можно. Или протовар. Лучше прото... Да, протовар заебись тоже. Чтоб раскол стакал. Так мы всегда стакаем раскол. Мы с Пукичем. Мы на всех боссах стакали. Ну, у него идет. То есть вы можете не стакать. То есть, если есть протовар, он будет стакать. У него это как идет, как, блядь. Не, ну это понятно, что это у него основной набор, да, агро. Ну, это к тому, что если мы в рейде, то это не обязательно. Кто Йо. Меня смотрит? Кто меня смотрит? Это не мой врач. Нахуй. Fuck you, был вчера с вами маг? Да. Понятно. Игнорят. Да? Да. Да, он с нами. В смысле, с кем, блядь, с вами был? Ну, со вторым рейдом он был. Йо. Собянина, кик из гильдии. А что, смысл с бабками? Змей 3 минуты сейчас не заходит, тоже кикай нахуй. Ты ему, я надеюсь, не давал голду Собянину? Нет. А ты пацанам только 2 варп дал? Да. А по сколько дал? По 2к. По 2к. Погоди, Собянина даже нету в гильдии. Ну, был, я же его, блядь, с гильдии брал. Ты можешь мне тоже 2к дать под минус 50% дневных? Кому? Мне. Ликс. Не-не, есть в гильдии, есть. Дай мне 2к, пожалуйста. Он как раз мне долг вернет. У нас тут танцы. Давайте все к нам.
стоит, такие кислые вялые. Змея Кик из гильдии. Тоже не писал ничего, да? Нет. А ты один. Господи, прости. Это он на собаку. Да я понял. А ты один, а ты разве был ночнорожденным? Или ты сменил? Так, все здесь. Я сменил раз. Понял. Давайте. Дальше это. Помонь, нет мозга. Я сейчас меня не доделаю. Давайте. Быстрее. А что нужнее в желтый сокет рейтинг скорости или... Пошли, крит? Так, крит в твоей. Шары, вы не дадите? Смотрю, что тебе больше нравится, да, видишь. Сказали бы пить, не пить. Мы пьем? Идем? А рыба? Куда ты там пошел, Хант? Сюда иди. Да никто не перекиньте. Подождите вы. Слав, перекинь Брофа, паладин, пятая партия, перекинь в это, во второй рейд. Сейчас, манем. Ты имеешь в виду КД не вешать ему, да, или что? Да, кот там сразу псинонимки плюс чатик. В дискорде во второй, блядь. Да, я понял. Перекинь. Блять, заебал этот ебучий хилбор. Присоедините девчатку, вот дисплей, да. Блять, сказал сейчас сумоня всякое. Иди, пиздуй это. Стадиус. Откроешь, можно открыть карту, посмотреть, кого надо сумануть. Вот этот лок, лок Митрас. Что-то... Митрас плюсанул. Ни инфу не писал, просто говорит, длок. Спроси, у него чарки всякие есть? Уже не. То сейчас он думает. А это новый раз ночнорожденный ее долго получать? Да, в луне. Говорит, есть. 14 дней, если дейлики делать, я считал. Каждый день. И что, есть смысл вообще какой-то? Слав, перекинь Бров во второй рейд. Ты его перекинул в Дискорде? Ну, если он Лейс Стронг, то перекинул. Все, тут слышишь. А если рифленые, то кикай нахуй. А если рифленые, то петух. Выключите аспект, пожалуйста. Да, выключаю. Да. Еще бумага. Три мага. Мага. Нормально прыгнул. Подходите все сюда. Стой, Бров, куда ты попиздил? Да, с умальнем. Дискорд ему, да, и перекинь его. У нас сегодня кричать не будет, я попробую сделать немного. Я не слышу тебя, что ты говоришь, напиши в чат. Бля, нужен хил. Давайте, подтягивайтесь. А камень на мастерство кто-нибудь умеет? Нет. Сейчас динатру фоманем. Буду кричать, буду орать на вас, хуесосить всех. Не надо всех, хотя бы половину. Ты по НЦ слышал, кстати, рэп, который я скидывал, музычку вот эту? Хотя бы только Зул'дана. Да, в смысле Зул'дана. Согласен, нет. Только Зул'дана. Слышал, нет, панацея? Не слыхал. Ты послушай его. Видите его, Зул'дана? Шумский, пошли. Он бы мог твоим учителем быть, или ты его, хотя вряд ли. Тас, проходите посерединке. Всех только не заагрите, блядь. Блядь, Шумский, стой. Ты же сказал, прости, я одного, все, нормально, стойте там.
Сейчас они пройдут. Прожмись. Да, ну и нормально. Все, идем. Стеночку. Да чуваки, принимайте же сон потихоньку. Можно там пока кулак, там каточку порогом? После. Окей. Ну, да, там рыба, там все остальное. Это же, да. Тарь, ты купил рыбу? Микро. Данил, нет мозга. Все в уголочек шумские встали. Ну, что, надо сделать рыбу? Давайте сделаю. Сделай, пожалуйста. Ну сейчас. Взаимай, Димон. Хорошо. Да не за что, тебя три пихи давай. Мегалодон, Паукич, вы где, блядь? Я вам куда сказал встать? Да, я только добежал. Мегалодон пишет, есть рыба. Вы понимаешь то, что мы тебя там хилить не можем? Ну так, слава. Вот, Лёха, тебе уже какой раз кидаю суммы и... Конец. А? Так, нет мозга, прими суммы, мы бежим дальше. Мегалодон говорит, у неё есть рыба, короче. Не надо, там есть... Хорошо. Рыба, рыба. Так, где тут сельдь? Да, зачем я бодровую руби? Можешь сделать 4 камня на силу? Да, да, могу. А на крит? Я, бля. На крит у меня взят. 4 камня на силу? Да, на 20 силы. Вот, сука. Алло, меня наебали? А где рыба? Кидай этот обмен. Я не могу найти тебя. Маги стол поставьте. Так, короче. Слушаем сюда внимательно. Все делаем то же самое. Я даю каски, а Тедиос, ты МП5, Бров, ты всем кулаки. Всем кулаки. А нас только 22 человека. Плохо. Там суть. Будет славы добирать пока, если мы пока будем учиться дальше. Так, бояр у нас один, иннер один. Тедюрка. Иннер. Дальше. Так, Ханкуль дает гимн с Скоуфилд. Первый дает. Называю гимн. Скоуфилд дает гимн. Ханкуль дает тотем на ману. Дальше. Авердот дает гимн с... Все, ни с кем больше нихуя. Дайте брать скорую. Сейчас. Может, попробуем, когда ставь будем рыбу, прыгать? Рыбу ставь. Все, да, здесь, все готовы. Да, капитан. Сейчас пока все, все паски, да. О, рыба. Сейчас поставлю метки. Направо, налево, на середину. Плюс, минус, равно говна. Ура. На присутствие все здесь, все готовы, все фласки выпили. Нет. Всех, у всех бабафов есть.
3. Вторая, четвертая пати направо, по хилам. Бров, ты тоже. Ты четвертая пати, запомни. Просто ты в пятой висишь, чтобы нам хасту давать. Так. Шумский направо, альманах налево. Скажи еще. Вас. Всем... Третья пати идут налево. По хилам. Авердос направо, Ханкуль налево. Атедиос налево, я направо. Скажи еще всем, где появляется этот плюсик и минусик. Так, маловато. Я поставил там метки. У нас еще куча людей без фласка. Нет, у нас баф, где появляется, дебаф. Есть у кого-то Адон? Митрас, Митрас без фласки, это лог. Панацея без, без фласки, Бров без фласки. Сейчас выпью. Бров без фласки, Митрас еще лог. Без фласки и без этого, и даже не поел рыбу. Тандра Клип не поел рыбу. Ну кто пуги? Сдуйте, ешьте рыбу. Охуели вообще. Ребят, если рыбу ешь, фласку выпей, блядь. Если вы думали, что я после вчерашнего не поставлю аддон, ну, типа, сорян. Митрас, ни фласки, ни рыбы нету. Это солчата, он не с гильдии. Скажи ему минус колу. А? Может, он не слушает в диссе, напишите, если что. Не бей клаву. Проф, иди налево. Перчен на пол. Шумский, все там у всех? Нормально? Не, у Митраса все равно не фласки, а так, в принципе, да. У Брофа только нету фласки и все. Вас, что такое? Митрас не на левом боку. Все, поехали. Секунду. Давай, 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 скажешь, да. Ну, так, через 5, 3, 2. Ой, он будет. Это... Блять, ладно, пусть. Правая сторона, поднажмите чуть-чуть. А тут налево всего несколько человек. Право, стоп, на ДПС. Право, стоп, на убрали на круг аппаратуру. Как у вас Шумский умер? Шумский умер. Вы что, ебать, гоните, что ли? Я не пойму. Но я как не говорю, у нас там шестеро стояло. Как с левой стороны умер нахуй Шумский? Там два хила. Хилы, алло. Рекаунт, хил. Детали смерти, эффективное исцеление хилов, смотрите. Я на 10 месте закончил. Какие хилы с ним стояли и эффективное исцеление? Откройте, посмотрите. Ладно, сейчас по-другому распределю, то там очень сильно ДПС не хватает. Сав, что там никто не пишет? Не, нихуя.
Надо сейчас рекаунт включить. Блин, заебал. Охуенная вообще. Ой, блядь, есть кто-нибудь, пожалуйста? Только не загрите больших. Посмотрите свои пати. Все. Первая, третья, лево. Вторая, четвертая, право. По хилам. Атеди слева, я право. Авердос слева, Ханкуль право. Рыбу поставьте, пожалуйста. Идите все сюда. Куда вы пошли? Ну куда вы уже пошли? Идите все сюда, ебаный в рот. Я чуть убежал. Забав вытирать. Рыбу ешьте. Феликс, покушай рыбу. Перча. Альманах. Ликс. Покич. Покич. Проснись. Пошли. Но Покич. Покич. Покич, блядь, проснись. Бедный телек, он заснул вечным сном. Аминь. Скажи, пожалуйста, Мути-Мути, а почему тебе на 100 сопротивления выпить? Так охуенно. Сопрот пить. Покич слева. Покич лево. Значит, что мне хп не хватает. Поехали. Танки при атаке. Блять. Нормально, вот сейчас нормально идем. На время. Все хорошо.
Шонский, ты танчишь. Нет, альманах, ты танчишь, Шумский, ты в кота прыгаешь, бьешь. Альманах, как подойдешь, сразу к боссу танчишь. Он не знает, пишет, я хз, как танчить, объясни ему быстро. Как спрыгнем, сразу в босса встанешь и держишь его. Смотришь за своим дебафом, плюс-минус. То же так самое, двигаешься вместе, как в крест, плюски в крест становится, да? Минус крест, красный крест, синий минус. Ну, блядь, прямо привыкнуть. Я хуй знает. Не, типа, в прошлый раз было по-другому, наоборот. Блядь, я запутался еще раз. Можно? Синяя минус, красная плюс. Все, найс. Нет, наоборот. Блядь. Красная. Блядь, минуса красная. Налево, плюса направо. Попрыгали. Они добили еще доскана. Заебись, молодцы, попрыгали. Ебать, я проебался. С вашими плюсами. Сейчас добиваем. Не прыгайте. Отойдите. Они заэвейдятся? Уйдите. Да должны, попробуйте к воротам отбежать. Ебать, что сегодня вообще очень все печально, ребят. Бля. Ну там разница в убийстве 10 секунд. Не больше 10 секунд должно быть. И меньше даже. Да, меньше должно быть. Шаман, можешь встать? Да, могу. Бля. Встань, лестник. Сука. Ебать, все очень печально, что-то, бля. Резать тяку. А там филов. Панацея. Контроля не было за ХП. Панацея, а можно вопрос? А чё вчера мы тогда, типа, в кресте у нас плюсы стояли, а в синем минуса? Ну, противоположная полярность была. Да, да, да. Все да, метки да. Переставлю, сейчас переставлю. Мне кажется, просто тут просто получается, что одна группа медленнее убивает, чем другая, потому что у нас нет 3 ДД. Да нет, ну, нет, просто мы заговорились на куда плюс, куда минус. Так бы мы стопнули по ХП и все, и нормально бы убили. А чего мы 22 человека все равно проносим? Мы не можем пока добрать, нету людей. Добираем постоянно. Угу. Крестник кто-нибудь, пока метки поставлю? Тыкните лимхаммером. Ну тыкните, блядь. Шумский, иди ты. Кому? Что, бегу, бегу, бегу. По шкафчику. Я бегу, бегу, бегу. Все, кто далеко лежит, вставайте. Шумский, лезь на меня, отметки поставь. Или поставь сам. Давай. Я добегу. Или с ума идут. Этот, Славик, а ты в этом аддоне уже хорошо разбираешься в детейлсе? Ну, так себе. Я еще, как говорится, не все знаю. А ты адмирала не знаешь, кто этот аддон сделал? Mm-mm. Я с ним в одной гильдии был. Придешь, посмотришь, достаточно близко или нет. Блять. Mm-hmm. Тут просто дело в том, что, ну, не полная, типа, версия. Я вот сколько ищу, все, короче, типа, есть у меня. Ее не будет полной версии. Так а тут как-то надо самому как-то поднастраивать. А можете ли стануть, я тут под воротами лежу? Этот аддон с официального сервера. И 3.3.5, сирусовская, никто не поддерживает. Пишет только адмирал. Пацаны, вы уже добежали бы 15 раз.
Откуда ж ты встал, Пуки? Че только раз я тебя собрался? Че? Сумонти, Авердос, Ликс, Мути-Мути, Вас. Пуля вы стоите, Сумонти, че вы встали-то, блядь? Охуели. Крыса. Потом вы отожретесь, поставят рыбы, отожретесь. Ставьте рыбу, рейд бафайте. Все то же самое. Бля, как я проебался с этими плюс-минусами, блядь, с вашими. На метки посмотри. Все нормально. Рыбу, пожалуйста, мегалодон. Плюсы в синие становятся, как вчера? Да. Ребята, плюсы в синие, минуса в красные. Синие с синим, красные с красным, ёбаный рот. Все правильно. Те, у кого нет дебафа, стоят посередине. У нас Митрас пьет, без пеки. Плюс ПП шмотом. А я думаю, хули он так мало дает. Да. Хоть бы метку ставил так правильную, что? Я бы хоть водал. Метки на танк справа. Нет мозга, что такое? Метку. Что там у тебя? Просят метку на танка справа, на альманаха. Сейчас. Кстати, надо его запомнить. Право, поднажми чуть-чуть. Чуть побольше. Может, слева приостановится? Нет. 100 тысяч разница. На 500 катер возьмет, если что. Право, чуть больше ТПСа. Жмите свои кнопочки, блядь. Как, блядь, у вас умирает танк? Я не понимаю, как у вас умирает танк? Вы чё там, блядь? Я в ахуе, вы чё, гоните, что ли, блядь? Падайте. Ебать. Я встану резко, чисто. А кто сейчас упал? Декада? Ну, это не смешно уже, реально, ребят. А? Хорошо. И кто, какие хилы с ним стояли? Там тот, этот, с левой стороны, он нормально шлепает там. Такое ощущение, как вот он в дерсу впадает. И там... Ханкуль, иди туда. Прист, иди ко мне. Поменяйтесь местами. Я не понимаю, вы чё, блядь, гоните, он пишет, блядь? Смотри, пишет, его 60% ударов число. Он там шлепает нормально. Он мне по медведю по 6-7 тонн просто щелк. Буквально там 2 удара в секунду он щелкает. Вы не берегите ману, хилы. Не беспокойтесь за нее. Особенно, блядь, пау.
спек потом погляди у ДКшника. Нужны три таланта воли мертвых в ветке крови. Если нету, то все понятно. Сейчас посмотрим. Ну, потому что эти таланты на этом контенте и в таком гире с таким хп, они, блядь, они рулят просто. Если там какие-то другие таланты, то воли мертвых только из этого в кровь качаются. ДКшник. Угу. Ну, он пишет, этот талант не вкачан. Монах отвечает. Иди вкачивай. Сейчас я тебе, знаешь, что, альманах? В калькуляторе талантов наберу скрин, дам. А можете ремонтника поставить? 2 минуты. О, хорошо, дайте порт удал, я ставлю шкаф. Что там, Слава, на ком? Наталья. Символы свои линка не альманах. Сумма на вердоса. Оставь шкаф. Блять, портал еще поставили этот. За сумму поставили. Дюрекса. Бельт. Кто такой Бельт? Егор, демон. Кто такой? Егор. Егор, демон? Это с КД с другого рейда. Хуёв. Кого сумон плюс чат? Не все, я за сумму не влияю сейчас. Me, please. Priest, house. Please, сум. Стыкните, пожалуйста. Стыкните. Сейчас самонуть тебя, Ликс, блять, заебал. Ну, честно слово. Смотри, Ликс, я стою, сижу, молчу, алло. А кто там говорит Ликс Сумон? Это он не Ликс говорит, он Плиз. А, это подстава. Что там по-американскому? По-американскому? Два. Или я просто закрою рот. Ладно. Парле за франце, блядь. Так, альманах. Молоко. Всяку сомонить. В общий скинул тебе картинку. По памяти, что вспомнил. Самое основное, это у тебя будет дополнительных 2% меткости. Для таунта и ЛПшки. И воля мертвых. Как вот на этой картинке есть, так и делай. Ну, ротацию, я надеюсь, на ДК танка ты знаешь. Единое прикосновение два раза. Блять, зайди в это... Загугли, ёб твою мать, там все уже придумано давным-давно. Там у ДК, по-моему, ротация в один макро смещается. Ну там ледяное прикосновение два раза, кровоотвод, ледяное прикосновение, потом усиление рунического и еще раз три раза. Сманите Зелдана. ЛПшка. Шаман и Лема.
Я тебя с мана уродил уже. Альманах, ты... Так, сейчас. Моти-моти, Ханкуль. Где рыба? Где моя рыба? Нужна рыба. Ханкуль, давай принимай. Сибирская империя. Все тут. Все, ждем. Все вкачал? Бафать. Рыба стоит. Где? Ешьте рыбу. Секунду. Раз. Спрятался. Готовность. Налево, направо идти. Это кто спрашивает? Ханкуль. Ханкуль, Ханкуль налево, а Вердос направо. Поменяйтесь местами. А кто на левый танк? На черепке метка. А, шумки. Ликс, что там у тебя? Динатри. Две секунды, я бы прослакал. Рыба. О, Хио пришел, ебаный в рот. Подождите. Давайте его суманем этого дурачка, который, блядь, проебался.